Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание за растение, продолжаем проходить. И у нас тьма в конце туннеля. Естественно, здесь у нас Нептус. Против нее будет у меня пока драться, опять же, наш любимый бабах. Но не забывай, что Нептус может выпускать своего осьминога. Как раз здесь ребята сделали для нее три водяные дорожки. Ах ты жулик, а? Давай-ка поменяем с тобой, наверное. Ой-ой-ой, что же мне тут навыдавали-то? Значит, она способна, да, вызывать противников на воде. Мне больше, на 100% больше, чем уверен в этом. Потому что не зря ей дали три дорожки здесь. Так, смотрим. Пока никого нету, я поставлю шипастую лужайку на всякий случай. Их всего здесь две у нас, да, земельки. Так что придется ей выставить кого-нибудь на землю. Хотя это не факт. Поставим сюда нашего мимика. Да неужели никого не ставит? Что-то подозрительно. Угу. Кто там может быть? Объясни мне. Я, ребят, не знаю. Может быть, нам влепить с тобой кактусенка? Или же мы вытягиваем карту? Давай-ка я перемещу сюда. Опа. У нас тут минка. Влепим сюда. Так, и кто появится здесь? Отлично. Так, бомбанем его сейчас на трешечку. А дальше у нас ягода, ребята, будет работать. Да-да, именно она будет работать за счет... Упс. Погоди секунду, а что сделать нам? Либо уничтожить этого. Так. Блин, горелый. Да, скорее всего, нам придется с тобой этого бомбануть. А тут, так, ага, спасибо большое. А здесь, слушай, если я так сделаю, мы с вами уничтожим эту мину. Поэтому нам придется получить урон. Но зато дальше будет немножко полегче. Так, могилоед. Полегче. Кто сказал, что будет легко, ребята? Блин. Ну ладно. Опять 4 получим в лицо, да? Что он там? Ё-моё. Ну кто же это знал, что он так сделает? Подбить, наверное, не подобьем, да? Ага, еще 4 в лицо получаем. И тут 4. Ну зачем мне этот пузырь? Хм. Ну что, я сделаю, наверное, сюда кактус поставлю. Это раз. Это раз. Ну и сделаем с тобой вот так вот. Еще и прокачаем маленечко, да? Ну, смотрим. Так, перемещает зомби плюс один. То есть он хочет его сюда переместить. Зачем? Ума не приложу. Зачем он это сделал? Так, у нас еще кактус. Тут плохо. Вау. Слушай, мы можем с тобой сделать следующим образом. Если я поставлю вот так. Да? И вот так. По идее, должно сработать. Он же не уничтожит меня или уничтожит? Сейчас проверим. Так. Окей, предположим. Так, ты будешь? А-а-а, ты даже ударить не можешь. Блин. Фигово тогда так. Слушай, а если мы с тобой сделаем... Кактус переместим сюда. Вот так вот, да? А этого поставим сюда. Вот так вот. Да, так оно будет получше. Так, минус зомби. Бамс. Пока живем, друзья мои. Ну-ну-ну-ну-ну. На воде, да? Гаденыши появились. Слушай, я больше никого поставить не смогу, потому что у меня нету водяных растений. Это плохо. А вот это хорошо. Надгробие мы это с собой уничтожим. Кто там у него? Сумаи спрятался, да? Он хотел... А что бы он сделал? Да ничего бы. И поставим с тобой вот сюда фонарь. Вот так. Давай смотреть. Че он там? А куда ты его перемещаешь-то? Сюда?
Куда он мне его переместит? Кактус-то этот. А что, так можно было, что ли? Не знал, если честно. Ладно. Блин, у меня всего одна карта. Он этих говняков мелких везде понабросал здесь. У меня только свекла тут остается. Ну, свеклу я поставлю, естественно, вот сюда. Понятное дело. Тут и мина, кстати, вышла еще. Началось, короче, да? Давай так сделаем с тобой. И смотрим, кто тут сумоист. Ну, здесь-то он уже свеклу не сдвинет. Ясен перец. Вот так вот и делай. Что же получается? Мы убьем с тобой сумоиста. Так, он вернул кого-то там в руку обратно себе. Это его дело. Так, сумоисту крышка, сам понимаешь, да? Так, и этому тоже гаврику крышка. Сейчас мы его сюда снесем. Блин, конечно, сложновато здесь драться, потому что он постоянно может прикрывать эти вот сухопутные дорожки. У меня нет ни одного, который бы мог на воде быть. Уничтожает растение 2 или меньше. То есть кактус уничтожил. Но не забывай, что мы ему сейчас шестерочку-то в лицо пропишем. Смотри. Ты дичи, у него всего 4 хп. Так что не, плюс твоя песенка уже будет скоро спета. Минус. Что бы сделать? Как бы нам прописать? О, груша. Слушай, а груша, по-моему, на воде может стоять, да? Нет, не может. Так, ну все, крышка Нептуси сейчас свекла уничтожит, смотри. Отлично, ребята. Первый бой довольно неплохо. Но не забывай, что вот эти вот дорожки, ландшафты, это перейдет и в следующий бой. Так что стоит, наверное, задуматься нам с тобой о водяных растениях. Хотя, может быть, и так прокатит все. Ладно, давай посмотрим, кто у нас тут следующий. И это разгром. Ну, разгром что может вызвать? Акул. Мы это прекрасно все знаем. Ну что, я вначале, наверное, вот так вот и оставлю, как есть. Есть шипастая лужайка. Светильник. В общем, все пока хорошо. Смотрим, кого он будет вызывать. Как только достается нам противник, который будет все водяные вот эти вот дорожки занимать, нам надо будет с собой менять колоду, 100%. Сделаем для начала вот так вот. Ну, что ты там придумаешь? Начинается, да? Окей, поставим для начала мину. Проверим, кто здесь. Ага, зомби с неуязвимостью. Жаль, конечно, нашу минку потеряли. Ну да ничего страшного. Нам поможет с тобой кто? Упс. Что творит, а? Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Так, 3 в лицо мы получим, да? Можно грушу поставить, в принципе. А да, наверное, грушу. Тихо ты, ну что ты вот лезешь-то, а? Блин, как тут сделать-то? Плюс 2. Два урона нанесем. Блин, этого все равно мало. Чё-то я растерялся, даже не знаю, что сделать. Давай так, наверное, сделаем с тобой. Ага. 2 энергии, да, мы ему оставили. Так, этого сносим. Надо с этим что-то делать. Так, могилоед у нас с тобой появился. Опа, опачки. Все очень-очень плохо. Ну что, давай поставим сюда грушу. Вот так вот. Блин, надо было прокачать. Ай-яй-яй, вот это была моя роковая ошибка, ребята. Вот это я дурачок, что сделал? Надо было еще, блин, улучшить. Ай-яй-яй, фигово, конечно, все сделал здесь. Так, 9 хп у нас с тобой остается. Что-то надо придумывать. Кого он там хиляет? Этого, что ли, гаденыша? Ну да. Так, поставим сюда защитника.
Надеюсь, он не уничтожит его. Нет, но он вон что делает. Так, у нас с тобой сработает защита. А, какая защита? У нас же вон кто. На тебе, гаденыш. Мимик. Что мы тут с тобой можем сделать? Ну, во-первых, поставить орех. Можем даже сюда его влепить. Так будет, наверное, правильнее, да? Орех, орех, орех. И плюс, блин, плюс 2-то нафиг оно надо. Уничтожит нам тут мимика. Давай так сделаю. Дождик пока не будем с тобой тратить. 4 или меньше. Вот что он делает. Ладно. Твою ж налево. Но все равно защита сработает. Так, давай, наверное, вот этого уничтожим с тобой. С этим тоже будет попроще. Как ты достал, а? Со своими зомбарями. Ну что, делаем с тобой вот так. Окей. И, наверное, вот так. Я надеюсь, у тебя, гаденыш, нету этой... камня этого. Ага, зомби получает плюс 3, плюс 3. Вот что он делает, да, значит? Тоже, конечно, есть хорошо. Свекла. Нифига ты, что делаешь? Рыцарь сюда позвал. Так, мы нанесем ему... А что, ничего не сделали? Я думал, нанесем урон хоть какой-то. Нифига подобного. Так. Ну, давай попробуем. Кактус, наверное, мы с тобой поставим сюда. Хотя, подожди, 3, 5, 8, да? Давай сделаем немножко по-другому. Вот так. И вот так. Я думаю, так будет получше, да? Ну, уничтожим этого. Ну и, соответственно, этого тоже. С картами вообще беда проблемная. Оу, виноградина. Кто это, мумия, что ли? Да, мумия. Уничтожаем здесь надгробие. Ага, зомби с неуязвимостью там стоял. И делаем вот так. Так, ну что, мумию с тобой снесем сейчас? Точнее, фараона, да, меня поправляли в комментариях. Это фараон, Рэй, да, это фараон. Опа, смотри, что творит, а. Кто там? И кому он понизит атаку? Понятно. Оу, щит. Так, 6 в лицо ему, давай. Пумс, и 4 хп остается. Но не забывай, что у него, ребята... блок сработает. Он достал, серьезно тебе говорю. Слушай, а если я кактус вот сюда поставлю? А? Так будет поэффективнее? Ага. Кого ты хочешь убрать? Куда ты мне... Блин. Так, ладно. Не очень, конечно, хороший результатик здесь. Начал гаргантюа выставлять. Так, хорошо, что мне выпала эта энергия. Кого тут? Медика. Твою ж налево и подлечил. А, он подлечил этого самого, ладно. Тогда мы убираем этого с тобой. Чего там? Минус один, так ты же взрываешь придурка своего. Да ради бога. Дело твое. Мы с ним практически одинаково, ребята. Нога в ногу идем. Мне достается ягода. Твою же налево. Слушай, я ведь могу сделать... Нет, нам надо уничтожать его. Можно, конечно, было два в лицо ему дать. Вот он, пускай своего навязчивого призрака обнимает. Так, что у него там за удар? 6, он хилится. У него 16 здоровья, блин. О, хорошая карта. Хорошая, ребята, карта. А вот это плохо. А вот это плохо, что мне выпало. Так, я могу? Не могу я туда поставить, к сожалению.
Блин, это получается 4 и 2. 4 и 2, да? То есть 3 хп у нас остается. И получается фейл, что ли? Ведь мне не хватит пробить, так ведь? Мне не хватит, ребята, уничтожить вот этого зомби, к сожалению. А, защита. Ну, если защита, то, может быть, еще все получится. Так, этого мы с тобой должны уничтожить. Едва в лицо получим. Да, какой-то нервный поединок, если честно. Микс нам выпадает. Лечить будет своего этого гаврюшу, да? Я понял. А нам крышка, ребят. Твою ж налево, нас призрак вот этот добьет, ты прикинь? Да. Нас добил вот этот вшивый призрак. Ну что ж, давай переиграем. Я, кстати, хочу немножко кое-что тут изменить. Раз у него нету водяных растений, будем тогда мы с вами ставить. Водяные кто у нас? Вот этот, например, да, на воде может стоять. Вот маленький смус-муфрик. Давай-ка мы его здесь уберем. Возьмем вот этого. Кто еще может на воде у нас тут находиться, а? Помнишь, нет? По-моему, вот этот тоже может на воде. Амфибия, да, он вроде бы? Да, он амфибия. И как раз... Слушай, а груша? Тоже может стоять на воде. Ха-ха. Одна груша у нас с тобой есть. Ну и все, получается. Ну, водяной орех-то, понятно, тоже может там стоять на воде. Давай возьмем, наверное, еще с тобой одну грушу. Так, а у нас еще крокодильчик тут есть. Угу, могилоед. Кактус. Ладно, пока так оставим. Да все, ребята, нормально. Шанс выиграть есть, просто немножко сыгралось как-то не так, как я хотел. Сейчас, естественно, переиграем, и все у нас будет тип-топчик, поверь мне. Так, виноградину, наверное, оставим пока, хотя можно было бы и убрать. Поехали, есть мина, есть фруктовый микс. Думаю, на первый раз нам хватит. Да, не забывай, что он здесь выставляет спортсменов. Кстати, один из подписчиков мне написал, Рэй, типа тебя ждет битва со спортсменами. Так оно и получается. Так оно и получается. Значит, нам надо с тобой, знаешь, что делать? О, началось. Кто там? Сумоист, наверное, да? 100% сумоист. Ну, проверим. Нет. Немножко другой чудик. Ладно. Так, мы ему еще два в лицо. 4 энергии. Мы можем с тобой виноградину применить. Микс. Пока ничего не будем делать. Так, он понизит атаку, да, моему малышу, блин. Чего там? Еще и мину взрывает. Гаденыш, а. Да и фиг с ним. Так, кто там? Зомби. Одна единица энергии у него еще остается. Так, мы с тобой, наверное, сделаем вот таким вот образом. Че ты там? А, плюс 2 и способность безумия. Зашибись. На тебе. А дальше нам что сделать? Сюда. Фигня какая-то получается. Слушай, а если я... Ну вот, предположим, сделаю так. И вот так. Так оно будет, наверное, получше, да? Так, зомби получает плюс 3, плюс 3. Прокачивать решил, хорошо. Так, уничтожает растение. Да, получим мы с тобой сейчас урон. Бабах. Так, 13-11 получается, да? Блин, вызвал, а? Тоже этого фараона.
Ну давай сделаем так. Опа. И плюс ко всему. Ну, прокачиваться нет смысла, да? Ты понимаешь, вот единственное, я могу только вот так вот сделать, чтобы карту вытянуть. Ананас. Ладно, погнали. Так, фараона завалим. Этого тоже бомбанем. У нас с тобой 4 карты, у него 3. Сейчас пойдут спортсмены, да? Нет, медики идут. Медики идут. Сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Посмотрим. Ясно. Неуязвимка. Так, ну этого завалим. Тут мина, конечно, в холостую сработала. Так, что-то у него где бейсболисты-то эти? Я не вижу их, друзья, я просто не вижу. Опять фараон. Так, ну в этот раз мы сделаем вот таким вот образом. Что там? Ага, вот этого решил уничтожить меня. Ладно. Получи. Получи. Так, одна карта у него. Опа. Неуязвимая лужайка. Конечно же, поставим с тобой сюда. Мы можем бомбануть, в принципе, даже его вот так вот. Так, у него сработает защита. Получается, да? Что там у него за карта? Я не знаю, ребята. 11 хп. Вот сейчас мы с ним на равных идем. Плюс мне достается ягодка. И также есть у меня король. Кокосовый. Кокосовый король. Я ничего не могу здесь сделать пока. Восстанавливает хп. Но это все мелочи жизни. Единственное, что да, у него появится, ребята, призрак. А он его 100% поставит на воду. И будет мне с воды все время бомбить. А у меня крокодильчик. Ха. Нет, смотри-ка, он ничего не стал делать. Понизил только лишь. Давай тогда крокодильчик с тобой сюда поставим. 4 уро... Что? Блин, а вот это плохо. Но все равно мы его уничтожим. Нам хватит силенок его бомбануть. В плане, я думал, хватит. Виноградина. Виноградина — это то, что нужно. Ну что, кто там у тебя? Блин, кому он понизит атаку? Нам, что ли? Крокодилу? Тьфу. Да, это было, конечно, глупо. Сейчас у него... Блин, подгорело, а? Ты посмотри, уничтожает растения, блин, 4 или меньше. Одиннадцать хп, он, блин, за всех сил тут сопротивляется. Ты посмотри, а? Ну, кто вот у него там, а, сейчас? Кто вот вылез? Я не знаю, ребят. Гаргантюа. Собственной, блин, персоны. Так, мимик. Началось, да? Блин, что нам делать? Ну давай, наверное, вот так вот. Чтобы уже добить его, да? Этот-то никуда не денется. Он ничего не сделает, пробить у нас не сможет. На тебе. Груши, 2 штуки. Вот это пригодится нам. Давай поставим их сюда. Ну, что у тебя там за карта? Уничтожает все растения 2 или меньше. Блин, ты прикинь, а? Вот у него как раз попадается та карта, да, которая ему нужна. Блин, ну 5 урона нанеси. Ну что тут страшного-то? Что тут такого-то? Господи. Давай сделаем вот так вот. И вот так. Все, не откручишься, не отверчишься. Да, ребят, поймали мы его. Под дых, так сказать, зарядили и выиграли. Бабах такой довольный. Так, это был второй у нас с тобой бой. Мы переходим на следующий. И опять же против Нептуса. Сейчас наверняка есть что-нибудь там подкинут. Что-нибудь дадут. И скажут, Рэй, дерись как хочешь, но выиграть ты должен. Ну вот, о чем я тебе и говорю. Так, ну дали нам кое-что. Так это у нас Нептус начинает игру с 2 зомби с бочками. Вы начинаете игру с 2 скорострелами. Победа у вас в кармане. Да, конечно, победа у нас в кармане. Если
Если бы у них не было вот этой вот фигни. Как она называется? Безумие. Как он? Не безумие. Я же забыл. Кровожадность. Может быть, и была бы победа у меня в руках. Хотя, знаешь, что я могу сделать? У меня есть кактус. Кактусенка мы с тобой сюда поставим, да? И как раз уничтожим этих ханориков. Обоих причем. Ах ты. Ну ты смотри, что делает. Взял, спрятал его в надгробие, а? А это начинает бомбить. Так, надгробие мы с тобой сейчас уничтожим, ведь так? Так ведь? Так. Хопа, а сюда поставим мину. Вот таким вот образом. Ну и чё? Так, отлично. Карт, конечно, у Нептуси что-то там слишком дофига в руке, я смотрю. Воу-воу-воу-воу. Появился, блин, и запылился, а? Смотри. Виноградинка, родная моя, ты меня хочешь спасти ведь, так? Я ведь знаю, что ты хочешь меня спасти. Давай, зарядим. Пей меня. Рикошет растения. Ну нифига ты. Не побоялся рикошет даже сделать. Очень интересно. Микс фруктовый. Плохо. Блин, я не могу прикрыться, да? Ты, черт, тебя подери. Ладно, поставим сюда мину. Блин, он сейчас звезданет, ребят. Ну так, если только сделать. Ну, защита, слава богу, у нас с тобой сработает. Сработает защитушка. И нам выпадает мина. Вот сюда мы ее и поставим. Так, дальше сколько у нас энергии будет? 6. Недостаточно. Ну, что будем делать? Давай поставим, наверное, сюда ягоду. И все пока на этом. Перемещает зомби плюс один. Еще бы плюс один. А зачем он это делает? А куда ты мне его перемещаешь-то? Куда сюда? Трындец. Два или меньше уничтожает. Прикинь, что он творит, а? Ну да, шесть в лицо сейчас мне зарядит. Пройдоха, придется его уничтожать. Так, посмотрим. Ну, здесь нормуль все. Этого, наверное, будем бомбить. Но только как лучше это сделать? Как лучше сделать? Давай, наверное, все-таки вот так вот. Да ты заколебал, блин, перемещать мои мины. И карту при том еще берет, а, за счет этого. Ханыга. Ну что, придется защитника нам вызывать, скорее всего. Будем надеяться, он не сможет его передвинуть или что-нибудь еще в этом роде сделать. Нет, ничего не стал делать. За это и получает люлей. Так, далее что нам делать? Два надгробия, да? Ну, давай поставим с тобой орех сюда. Опачки! Что нам тут, ребята, выпало? Пропускаем ход. Так, кто здесь? Опа! Это хорошо, ребята. Сумоист. А что сумоист сделать? Может, мину сюда перекинуть только и все? Это мелочи. На тебе. Так, взорвали. Этого уничтожим через... виноград. Ну да, в принципе, все отлично получается у нас. Через виноградик вот так вот. Хлоп. И больше я пока сделать ничего не могу. Ну, как я посмотрю, он тоже. Нептус тоже ничего тут делать не может. Никаких заклинаний пока нету. Но то, что вот у меня вот это есть, это, конечно, радует. Слушай, ты достал, а? Кто там? Сумоист. А вот это уже хуже. Друзья мои, вот это уже хуже, потому что он уничтожит меня. Угу.
как ты заколебал, а? Давай поставим, наверное, кактус тогда сюда. И вот так. Больше пока ничего не могу сделать. Опять сумоист. Ё-моё. Вот что он сделал. Мы два в лицо с тобой получаем, да? Так выходит. Ну, защита сработать должна у нас на следующем ходу. Защита сработать должна на следующем ходу. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Перемещаем его сюда. Этот кактус. Потом вот сюда его. Вот, защитник нам выпал. Что я сейчас делаю? Что я сейчас делаю? Объясните мне, пожалуйста. Не знаю, ребят. Пока вот так оставим. Но этому крышка. Так, этому сумоисту тоже. Нам нужно с тобой поставить защитника. Как можно быстрее. А как мы его поставим, если у нас с тобой нету даже места? Так, можно с тобой сыграть в конце видео? Пожалуйста. Не знаю, если честно, пока. Так, здесь неуязвимый зомби, а здесь сумоист. Ничего здесь не сделают они нам. Ну, только если кактус передвинет, да. Это максимум, что он может себе позволить. Так, завалите его. Отлично. Так, ну что мы можем с тобой сделать? Можем вот так вот бомбануть. В принципе, да? Окей, тут у нас орех. Ну вот что он сейчас будет делать? Рикошет растений. И все, что он мог сделать, рикошет растения. Да, парнишка. Ну что, выставляем с тобой защитника, я думаю, да? Вот сюда его поставим и пускай он стоит. Не-не-не-не. Так, перемещать зомби плюс один. Все равно это бесполезно. Так, нам выпадает кактус. И груша. Грушу можно на воду поставить. Грушу можно поставить на воду. Вот сюда, предположим, да? Орех. Можно вот сюда влепить. Так, и переместить вот сюда, предположим. Ой, красота-то какая. И что ты против вот этой армии сделаешь? Скажи-ка мне, Нептусик. Ведь ничегошеньки. Осьминожку ставит. Ну, осьминожка ударит, у нас с тобой защита сработает. А, даже вот у нас защитник, я уже и забыл про него. Так что тут без вариков. Получи. Ну, согласись, очень классно было сейчас в данный момент. Мне нравится, что у него, у этой Нептуси, нету растения. У нее только вот осьминожка. И все, кем она может прикрываться на воде? Ну что, тьма в конце туннеля, мы едем дальше. И тут у нас ржавый разряд. Он-то каким боком здесь приписался? Вот объясни-ка мне, пожалуйста. Ржавый разряд. Ну, вот это вот, наверное, мы с тобой все меняем. Да, не особо хороший выбор, конечно. Даже вот так вот, да? Что-то как-то стрёмно минку на это тратить все. Ну ладно, проставим. Поехали. Потом, наверное, поставим песика с тобой. Куда, пока еще не знаю. На какую дорожку? Или кактус лучше? Сейчас посмотрим, кого он поставит. Вот как. Ну давай, наверное, песика все-таки поставим с тобой. Сумоист. Ему придется двигать пса моего сюда. А, на воду? А, вот сюда. Ну что, обмен получается? Обменялись. Так, дальше у нас три энергии. Как тусенка только могу поставить. Больше некого, ребят. Вот так вот делаем с тобой. Что он там? Ах, вот он что делает. Уничтожает, блин, понятно. Все понятно. Ну, теперь, наверное, точно мы с тобой влепим кактус. Упс. Упс, это плохо, друзья. Тогда нам лучше сделать вот так.
переждать этот момент. Урон все равно будем наносить. А с этим надо что-то решать. А что мы тут с собой можем решить? Да вот так вот сделаем, да и все. Мы его, правда, прокачаем. 4-4, да? 5-4 у него. Так, ну, от обоих ему крышка. Два в лицо. Виноградина. Воу-воу-воу-воу-воу. Появился, блин, не запылился. Че, наверное, так сделаем с тобой? 5 единиц урона в лицо. Груша не сможет все-таки добить его. И мы... Так, он восстанавливает себе здоровье. Хе. Груша не пробьет. К сожалению. И виноградина тоже здесь нам не поможет. Хотя почему поможет? Виноградина нам поможет здесь с тобой, да? Поможет. Единственное, что я надеюсь, у него не будет прокачки здесь. Нету, не стал ничего прокачивать. Тем лучше для нас. Ну, с картами у него, конечно, проблем пока никаких я не наблюдаю. А вот у нас есть проблемы. Началось, да? Надгробие, все дела. Ладно, сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Кто здесь? Блин, Гаргантюа сдвигает ягоду, естественно. И 5 в лицо нам прилетает. Фигово дело. Так, еще. Блин, нам надо с тобой взять побольше могилоедов, наверное. Я вот так смотрю на это все дело. О, еще этот один охламон вылез. Еще один охламон этот вылез. Блин. Вот он, могилоед, только появился. Ну что, наверное, поставим с тобой вот так вот. Так, уничтожили. И в лицо ему, дай, пожалуйста. А, мы выжили, ё-моё. Мы еще здесь выжили, оказывается. Так, спортсмен опять, а? Да чтоб тебе. Ну, здесь только один вариант. Вот так вот, ребята, выставлять. Так, плюс... плюс кактус, да? И плюс маленький водяной. Я не знаю, что из этого получится. Посмотрим сейчас. Бумс, готов. Что там у тебя? Я не знаю, ребята. Так, 6 в лицо он получает еще при этом. И у него остается 9 хп. Ягоду дали. Не-не-не-не-не, даже не надо. Твою ж налево. Прокачиваться будет. Так, зомби получает. Плюс 5 к здоровью, офигеть. Мне его не пробить. Мне его, друзья, не пробить. Так. Блин, могилоед, ну смысл от него сейчас? Я, ребят, не знаю. Прокачаться можем, да? Мы с тобой можем прокачаться маленечко. Давай так и сделаем. Окей. Так. Слушай-ка, а все довольно неплохо идет. Блин, не в тему вот это вот. Вот это тоже, блин, не в тему. А что могу сделать? Я могу вытянуть карту. Давай попробуем, может быть, нам что-нибудь. Блин, кокосовый король. Куда мне его ставить? Мне его ставить некуда, ребят. Так, что там у тебя? Растение получает минус 3. Понятно, он еще вытягивает карту при этом. Ладно, фиг с ним. Уничтожили. Так, этого тоже, говорю, что уничтожаем. Фига, у него там 4 карты, как ни крути. Но... Блин, сейчас начнет доборы, да, свои? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, нам нужно с тобой нанести совсем немножечко урона, поэтому я ставлю сюда короля. Здесь уничтожаем вот так. И смотрим. Все, ребята, ему крышка.
Ничегошеньки он не смог нам поставить против моих растений, за что и поплатился. Ну, тогда мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. У нас последний бой, естественно, это будет Нептус, и, естественно, это будет бабах. Вот сейчас наверняка что-то ей дадут. Ну, преимущество же должно быть какое-нибудь. Ох, ё-моё. Так, ну этого уберем. Этого, наверное, тоже берем с тобой. Ну, вот так пока ставим. Так, значит, у нас с тобой на время битвы с боссом ожидаются осадки. Нептус начинает игру с тремя осьминожками. Ваш герой начинает игру с пятью водяными орехами. Да я уже понял. Начнем, наверное, уничтожать с вами этих осьминожек. Но тут, знаете, что нужно? Тут нужна такая карта, что он там? Еще осьминожку? Эй! Ты хорош, завязывай давай. Так, ну три в лицо-то мы получим. Дальше что нам сделать с тобой? Либо песика призвать, либо микс бомбить. Наверное, придется песика выставить нам с тобой. Ага, давай-давай, притягивай к себе. Притягивай, притягивай. А, вот так вот даже. Блин, по три будем получать пока в лицо. Ладушки. Вот эту вот ягоду мы можем с тобой активировать. В принципе, сколько она там дает? Плюс 2 к атаке, да? Включаем. Вот так вот будет попроще немножко. Че, этот орех теперь будет двигать, что ли? Так и есть. Этот орех двинул. Так, на. Этого уничтожаем. Тут тоже уничтожаем. Надо теперь с этими что-то делать. А что нам здесь сделать? Так, зомби в броне. Ну, это фигня. Два. А, ну вот, ребят, смотрите, что мы с вами делаем. Здесь наносим урон. А вот здесь мы вот так вот перемещаем. О, так будет эффективнее. Соответственно, этого уничтожим. Здесь он выживет, конечно, зомбик этот. Так, на 5 энергии. Что мы с тобой можем за 5 энергии? Можем поставить. Пока ничего не можем с тобой поставить. Если только вот так вот сделать. И нет, пока не будем. Больше ничего трогать не будем. Так, подрастает. Арахис нам достается с тобой. Если я, например, нанесу. Ну да, вот сюда поставим с тобой арахис тогда уже. Пускай он стоит, у него здоровья побольше. Два или меньше. Почему именно этот орех? Почему не вот этого или не вот этого? Не знаю. Ладно, этого уничтожаем. Этого, соответственно, тоже. Так, есть груша. Водяная. Вот так он, да, решил сделать. А здесь еще и фараона, наверное, сносим с тобой сразу же. Ему тут, как говорится, никто не рад. Блин, вот здесь, конечно, хотелось бы мне ягоду сохранить, но не получится, к сожалению. Погибнет она. Зато здесь. Так, осьминожку свою выкинешь, нет? Что там у тебя, я не знаю, что за карта там тебе досталась. Но теперь я могу спокойно вызвать. Только сейчас пока не буду. Кукурузка, да, кукурузка, ребята. Опа, 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 рикошет случайного растения. Только не говори, что ты сейчас грушу мне отрикошетишь. Ты не оборзел ли, а? Оборзел, причем в корень, ребята. Так, значит, что-то там будешь сейчас затеивать. Ну, опять, как всегда, понятно. Можно сделать следующим. Четыре. Давай тогда вот так сделаем, наверное. Поставим сюда кактус. Так, рикошет. Рикошет любого растения, да? Блин, я даже не знаю, как сделать-то получше. Давай вот так вот, наверное. Виноградины, так сказать, свои. Опа, опа, опачки. Вот что он творит, а.
А это ты зря, парень. У меня защита-то сработает. Защита-то у меня сработает, но тебе-то крышка. Тебе крышка будет, парень. Да-да-да, именно тебе. Ну что, пора, наверное, вызывать кукурузу. Что скажешь? Блин. Нет, ребята, не кукурузу. Придется нам выставлять с тобой защитника, так? И... ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну и вот так сделаем. Так, нормуль. Бумс. Ну что, кукуруза, твой выход. Что это за фигня тут мешается? Кукурузин выход. Соответственно, она уничтожает этих, этого спортсмена, этого гаргантюа. И победа уже, как говорится, у нас в кармане. Если он, конечно, не уничтожит. Что это такое тут? Так, что он там? Осьминожка или что там у тебя в руках? Все, не имеет значения, осьминожка или картошка. Нет, то есть мы с тобой разобрали. И я считаю, что очень даже неплохо. Да, друзья мои, вот так вот все происходит. И у нас потасовка на заводе за мех. Это будет уже в следующей серии с ним битва. Так что, ребятушки, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.